Всем еще раз привет. А мы продолжаем наше маленькое путешествие по набережной поселка Лазаревская. Сегодня вот в этот праздничный день. Я, правда, не знаю, когда я выложу это видео, так как у меня там фронт работы уже есть. И все грузится, грузится, грузится постоянно. Все, пора отдыхать. Ну ладно, об этом потом. Итак, на набережная. Людей достаточно много. Обратил внимание, что автомобилей на набережной вообще практически нет. Не практически, а их нету, в прямом смысле этого слова. Сотрудники нашей администрации взялись решить эту проблему, и они ее решили достаточно успешно. Как видите, у нас тут полностью пешеходная зона. Весь транспорт убрали. Очередной плюс администрации. Я уже боюсь немножечко их сглазить, но ребята действительно работают. Как видите, в Лазаревской наводятся порядки, делается все краше, краше и краше. Большое спасибо. Ну а мы прогуляемся до улицы Циолковского, посмотрим на отдельно взятых моржей. Мужчина стоит, кайфует. Я-то в курточке такой тепленькой, а он в одних плавочках. Черемтана. Ранее мы заканчивали наши прогулки именно вот здесь. Дальше я уже не ходил, было мне лень. А сегодня пройдемся до социалистической. А может и дальше. Как видите, ведутся ремонтные работы. Это улица Спортивная. Какие люди сейчас момент. Итак, друзья, встретился с товарищами. Давно не виделись, пообщались, и теперь вот продолжаем нашу прогулочку. Мои уже убежали далеко-далеко вперед. Как видите, на пляже гораздо веселее, чем было даже недельку назад, даже несколько дней. Все гуляют, и малыши, и взрослые. Ну а я чуть-чуть ускоряюсь. Самую малость. Пойду догонять своих. Большинство кафешек, заведений, конечно же, еще закрыто. Но, тем не менее, где перекусить всегда есть. Вышло солнышко. Открылись еще одни сувениры. В общем, все весело. Сейчас покажу вам море. А посмотрите, что там на море творится в районе Гренады. Народа намного больше. Сегодня у меня прям день встреч, пойду опять здороваться. Сегодня все вышли на набережную прогуляться. Сейчас я тоже покажу вам, сколько людей на пляже. Смотрите, кто-то по скайпу общается. Может, даже меня показывают, я не знаю. О, шарик. Шарик он гуляет, видите, ему там кто-то уже из местных, из гостей кидает камешки. Все знают, что ему шарику надо кидать камни. Даже девочка маленькая, смотрит, кидает камни. Вот. Сейчас покажу вам, как люди кидают. Не, она не чуть-чуть плавно кидает. Не, все равно ловит, ловит. Вот такие вот дела на пляже. В районе пляжа Гренада. Ну-ка, пойдемте. Сюда. Пойдемте на социалистический, там уже закончим наш ролик. Ой, прям голубь прям перед ногами.
Вот. Вот, и самокаты пошли в дело. А то стояли, скучали. Ну а перед нами улица Социалистическая, которая приведет нас к площади ЦМК. Куда мы сейчас отправимся? Тут людей на Социалистической несколько поменьше, все гуляют по набережной. Кёсочки закрыты, даже немножечко вот так вот скучно. Где все веселье? Ну, надеюсь, когда мы шли, вы опять же обратили внимание, что транспорта нету, все теперь машины стоят в установленных для этого местах. Но мы, наверное, здесь закончим этот ролик. Я не вижу смысла дальше снимать, так как видите, как-то грустновато. К сожалению, все объекты закрыты. Вот летом, я надеюсь, здесь все оживет. Все киосочки, вот эти вот все в ряд, которые стоят, все откроется. Будет много людей. Будут все гулять, отдыхать. И там дальше трапезничать. Все, всем пока, до следующих роликов.